Поликлиники продолжают преображаться. В обособленном подразделении Щелковской больницы в Лосино-Петровском обновили 4 кабинета. После ремонта возобновили работу процедурный кабинет, кабинеты врача, отделения профилактики, УЗИ и вакцинации. Для удобства пациентов их перенесли с третьего на первый этаж. Теперь у нас отделение профилактики находится на первом этаже. Пациенты, обращаясь в регистратуру, сразу могут посетить врача, сделать все сразу на одном месте. Здесь проводят антропометрию, берут кровь и другие необходимые анализы. Диспансеризация теперь занимает гораздо меньше времени. Изменения затронули и дневной стационар. Капитальный ремонт здесь был проведен благодаря областной программе здравоохранения Подмосковья. В стационаре работает терапевтическое отделение и лечит пациентов с неврологическими заболеваниями. Направление выдают врачи первичного звена. При лечении в дневном стационаре пациент прибывает в течение 4 часов и получает полностью здесь весь объем обследования. Пациенты довольны не только обновленным стационаром, но и внимательным персоналом, что немаловажно. Все гораздо удобнее, гораздо комфортнее, симпатичнее. Ну, вот на высшем уровне. Вот лучше ее, ну, пока не было. Отсутствие очередей, упорядоченная работа персонала. То есть в определенное время назначено приход, регистрация, сдача анализов, процедуры. После проведения капитального ремонта в Лосино-Петровском продолжил работать и круглосуточный стационар. Здесь оказывают помощь по профилям терапии, хирургия, пульмонология, анестезиология и реанимация. Также работает кабинет неотложной помощи, рентген-кабинет с цифровым аппаратом. Евгения Корытько, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.